Всем привет, с вами Макс Виски, Хайдж Вейпс для начинающих. С 30 очка заходите в игру, там у нас появляется сообщение, как вам все пройти, смотрели, очень классно, лайк поставьте. Итак, когда вы пришли второй уже день, первый день начали наше обучение, возможно даже третий день, второй день обучения, третий день вы играете. Вот когда этот день наступит, когда будете уже играть без обучения в игру, то нажимаете на карту. Сейчас буду гайды для новичков, кто вообще первый раз знаком в игре G-Waves. Да, G-Waves. Также можете сразу нажимать эти вот штучки, но потом, конечно, желательно потом нажимать на хвазик, телескоп, потом выбираете, что вам тут нужно. Ну как вам, нужно где-то меньше еды, а больше железа. И выбираете желательно, конечно же, по 6, да, уровень. Ну, нам нужна скорость, чтобы они быстро потом дошли к нам. Мы сразились с обезьянами войскам и вы должны максимум просто отправить. Просто даже максимум. Даже берите от этого чувака. Мощность героя, это не важно. Количество вам самое главное. 30, 29, 370, 30, 510 по войскам. Загрузок, видите? Загрузка 11, как считается, 117 тысяч. Ну, это стандартно. Так, раз. Делаем потом два, делаем. Желательно, конечно, на максимум делать. Ой, блин, я его потом на максимум. А, на максимум, все. Не хватило. Да, нужно так, чтобы вам хватило еще. Что это значит? Но обновление, раньше я мог сюда пойти. Но теперь я не могу. Войска вернулись обратно. Это здорово. Вот сюда дальше, друзья, уже не нужно ходить. Раньше я ходил, это было бы прикольно, эти разработчики делать. Так что одну точку заняли, все. Можете потом пересмотреть, чтобы показать, что это такое значит. Это я у нас так сделал. Так, а ну-ка. Типа, ждите. Так. Сюда идти. Хранили точку, мы нажимаем сюда вот и. Первым делом вот так делаем, вот так вот улучшение, на автомате прокачиваемся, 5 часов, получить еще, давайте, софт нужно, это прям подсказочка, о, это много, кстати, для того, чтобы это сделать, вам нужно хоть голограмму показать вам, вот так вот все, голограмма, и она поможет вам собрать ресурс, вот он. Также, если у вас ничего качать, качайте вот что. А, нет, нельзя, сожалею об этом. Ладно, качайте что угодно, ну давайте 3 часа. Войска тоже очень главное качать. И нажимайте просто рандом. Также лабораторию, сначала, конечно, войска, потом лаборатория после того, как вы войдете в игру. Типа с пару часов, просто лаборатория очень долго. Набор идет сам, вот даже тут играть 1 час. Долго. Я сейчас 1 час ролик не буду записывать. Я максимум могу 50. Вау, блудинг противник. Редкая охота. Получаем нажатие. Да, я помню, что я одного пропустил, помните, с той серии. Ссылка на прошлую серию в описании. Нужно заходить каждый день, чтобы получать некоторые очки, чтобы увеличивать бейров. И это будет очень классно, если у вас такое есть вообще-то. Возможно, кого-то там убрали такой вир. Меня не убрали, поэтому я это все использую. Так же надо, так же сына. Через 5 минут он вернется, конечно, к вам. Говорят, в роликах что-то повторяйся. Ну, есть пару идей. Сначала нужно повторяться пару роликов. Это плейлист создать отдельно. Да, это кусочек плейлиста тоже. Эти плейлисты, смотрите. А потом... После плейлистов я кое-что еще буду записывать. Ну, к примеру, как вам смотреть мемы в игре Discord, да, в игре Edgewaves, в Discord или группе ВК, да, чтобы им там по активности поднять по ВК, а то ВК говорят, слишком у нас там мало лайкают и ставят и смотрят и всяких активностей мало. И подписчика тоже. У меня вроде бы скоро будет 1000 подписчиков ВК. Класс, да? Так что же, ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы.
если хотите, чтобы я это записал, то мы это сделаем. Только напиши. Но первым делом я хотя бы в Discord сначала. Если я сейчас в ВК зайду и буду так делать, они скажут: эй, ну может тут снимаю, ну зачем ты воруешь у нас? Ну, к примеру. Поэтому я хочу сначала в Дискорде там построить и рассказать. Ага, на английском. Ну, попробуем перевести это все дело. Там у нас есть плагины некоторые. Может тоже читать сообщение. Смотрите, сейчас уже я снимаю 5 минут. За это время, ну на 6 минут за это время я столько получаю. Ну, нормально так, да? Бам-бам, по скорости нужно тут еще войдить. Так, пойдем тут были, получаем. Кстати, да, о! Отличная штука, что пройти прямо логическую игру. Прям подсказочка, слушайте. Люблю подсказки. Ой, ё-моё. Уровень пройден. Сила плюс 4000. Дали нам некоторые обезьяны вроде, да? Если сила плюс 4000. Вау, Эрик. Ну, блин, разработчики, я же вам сообщал. Написать вам? Ну, ладно, прощай, да? Я насчет этого не знаю, кто может ее написать. И куда? Почте? Ну, как-то стесняюсь, да? Вдруг что-то станет так, что они не скажут. Не, ну вроде бы тебе нормально, а тут кусочку. Очень хорошо, а если ты и дальше будешь так работать, то будет еще лучше. Не так было все. Ага, так все нормально. Окей, бро. Давай еще раз. Заряжай! Дальше. Что-то у нас все показывается. А, да, понял. Давайте магазин тогда. В акциям. Не чат. Можете сообщение считать. Ну, я лучше тут побуду. Сейчас, 24 часа. Нужно использовать это все дело. Блин, я покупаю, и мне не хватает денег. Вот что дело. Так, давайте так. Возьмем предмет, что другое. Что у нас такое? 1К. Нет, усиление. О, ускорение. Не то. 8 часов. Разыгрывайте аптечку. Ну, давайте. Проектор увеличивается на 25% на 1 час. Голопроектор. Вон он. Вот это голопроектор. Увеличивается. Это офигенно. Усиление, так скажем, да? Так. Нужно больше железа? Да! Производство железа в голопроекторе увеличивается на 25%. Вон он, да? Голопроектор. Да, вот он. У нас такая кнопка другая. Ага, я нажал на эту кнопочку. Ну, нажимайте, а то вы такой сильный чувак. Маленький обезьянка. Малыш космос, что капец, что такое? Сыночек обезьяна-мутанта. Ага. Я сделал один ролик. Все-таки ролик я уже посвятил данной игре. Ё-моё! Я не пропущу этот момент. Я обещал, что я когда-нибудь сфоткаю в Edge Waves. Что важно. Вот это вот важно. Вот превьюшка просто шикарно. Ну так и так сфотку можно? Прямо по времени ролика. Прошу. Вообще майдан. По-быстрому. Так. Войска вернулись домой, это здорово. Значит, скоро пойдем воевать. На одной сервере. Больше серверов не нужно. Один сервер хватит, все. Не, может, конечно, две взять, но как больше, как я, делать так не нужно. А то будет очень жестко. Вы не будете успевать нигде. Да, скрин. Потом еще один скрин. Потом железо хочу скрин сделать, а то у меня такие. Ну, скрин, а с чем сервер? Пару скринов для приюшки. То вдруг там будут крутые, тебе скажут: ха, привет, у меня там тысяча, миллион подписчиков, сейчас я, наверное, буду записывать, но буду смотреть. И чтоб их победить, нам нужно это делать. Веру усиления? Да ладно, используй для получения значки. Я это потом в следующем ролике покажу. А может быть еще в следующем ролике, через 10 роликов, через 10 лет. Так скажем, нормально. Но. Как там войска вернулись? Да, я говорил, что нужно активничать по войскам. Если войска вернулись, то бегом что-то нужно выдумать. Так что отказ, бегом на базу. Пока не проходит.
приходят к нам, а мы это все пособираем. Предмет, видите, как растет все. Железо там, это то, что мы прокачали. Скорость, главное, уже 10 минут прошло, я столько уже сделал, очень классно. За 10 минут я столько все сделал, класс. Так, вроде войска все вернулись. Дальше. Ой, кто это такой? 5-12? Что? Я не знаю, что это такое. 5-12. Ну, не может быть. Так, давайте 19. Чем выше, тем у нас будет 20. Да, если, конечно, прокачаем. Ладно. Так, все, нашли обезьян. Первый отряд. Такой стабильный. Потом уже обычный отряд. Не мощный. Не мощным потом. Обычный отряд в самом конце. Мощным посерединке. Или сразу, чтобы вырубили. Не надо. Так, ну что, давай. Нет, ты слишком сильный. Вот это оборонный. У тебя сила по защите, будешь охранять нас. Победа сложна. Равные силы. Хоть как-то. Вот так вот. Раз пошел. Два пошел. Никаких шансов. Три пошел. Никаких шансов. Да будет шанс. Ну и четыре пошел. Опасно, конечно. Вот так. Делаем, ну ладно. На. Болеть. Врачи-то надо. Ну, не надо. Как нам показать? Вау, как классно, тихо. Сколько и. Блин, я хотел бы скрин еще сделать. Или не надо? А может быть надо в будущем. Бегом, Макс Риск. Я не хочу проиграть эту гонку. Ютуберов еще. Классно. Класс, привет, блин. Сто мне и фантазия. Ой. Ой, тихо-тихо. Возьмите. Скрин. Ой. Скрин хочу, пожалуйста. О, уже день. Что там? Подожди. Возьмите, пожалуйста. Войну давайте. Закончим. Класс, они каждый герой бьется. Стоп, что такое? Классно. Некоторые что? Что с ним? Некоторые прыгают, слушайте. Голос, да? Я. Ладно, прыжки нам получится сделать. Я не знаю, что с Банди самым. Он у меня супер фотка делает. Он даже администратором G-Webса помог. Так, ну давайте обратно базу как-то. Позвать. Ну иди к нему. Нам идешь это к нему. Не надо, чувак. Нам нужно войска себе, а не кому-то давать. Нам самому не хватает. Да, вроде бы я сломал, блин. Но потом после там сам это все сделали. Я... Ну так, 5 новичков. Ждем нашего напарника. Ну, конечно, можно уже нажать, перенажать. Обучить 150 стрелков. Там строительство, но это очень важно, чтобы ускорить, чтобы было по-быстрому. Соответственно, я хочу ускорить. Ого. И жить остальное время его очереди один час. Раз, два, три. Нормально, да? Увеличил скорость. Закончил время. Так, по пятерке можно быть. Так, 3 минуты. Нормально. Люблю эти ускорители. Да, после разработчиков, что дали мне ускорители. Отчеты забираем. Ну, это отчеты от воинов. Да, они погибли. Так, как там регенерируешь? 5 минут. Бесплатно, говорится. Там пара секунд еще. Открываем. Это на одном сервере мы играем 15 минут. Каждый сервер. Получается 15 минут плюс 15 минут. Получается 30 минут. 45, 60, дальше 120, 120, 240. И так дальше. 80. 400. Вот что нам еще, кстати, нужно. Нужно больше. Лаборатория тоже вроде. Следовало ускорить. Окей. Вау, что это такое? Начать попытку, что такое? Куда помочь? Угроза альфа-мутанта. Ну мы с ним готовы к испытанию. Не. Вы уверены? Нет. Ну что хотите сразиться с альфа-мутантом в режиме просто. А, ну просто, да. Вы можете выбрать только одну сложность на каждое испытание. Вот по-нашему.
Давайте. Как там за войска прошли? А давайте еще один подарочек. Ага, ускорялка. Как-то у нас по батарейкам. Заряжаем вот тут. Нужно тратить. Уже миллион, отлично. Можно еще тут тратить. Это полезно. Это не так надо. Нажимаем, значит, на подарок. Метан вперед. Да. Идет 9 часов. 10 уровень, ну ох. Просто, первый уровень. Сложнее. Сложность нельзя менять до конца это испытание. Что платить? Преданный. Уже преданный. Разведка. Давайте. Брось мне вызов, чтобы попробовать. И стоимость ОД. Ну ладно. А, изи. Как это изи, класс. Вот что такое план. Лично это жалкие мутанты не заслуживают урана. Они отказались эволюционировать. Они восстали против нас. Спрятались под землю. В землю. Как крысы. Ну да. Так, давай тогда еще раз. Классно. Второй уровень. Нормально, нормально. У нас сильнейшие. И так что прокачивать можно. Ну и все, я думаю, уже хватит сыграть. Я начинаю тут играться с этим. Как назвать ролик, кстати? Мне очень нужен название ролика. Я хочу назвать ролик. А то скажет, ты повторяешь ролики, не знаю, ну честно. Так, сейчас, подождите. Ух, Роза. Альфа. А может быть с большого буквы? Альфа. Почему бы нет? Все-таки это Альфа. Альфа. Вторая. Мутант. Еще тоже большой буквы. Мутанта. Как победить угрозу Альфа-мутанта? Испытание угрозы Альфа-мутанта. Классное название. Испытание угрозы Альфа-мутанта. Как победить? А почему бы нет? Такое название. Как победить? Четвертый уровень. И дойти. Дойти. До 50 уровня. Прикольное название. Стой, можно я тебе скрин сделаю? А, забыл, нужно починить. Давайте так, по-быстрому сейчас я пауз сделаю тут. Если получится. А не сам, давай. И даже надо делать это все в фонетике, да? В фонетическом режиме, ну ладно. За кадром должен быть сделать. Пожалуйста. А, нашел. Так. Убираем. Пап. Ага. 1280, но это мало. Вот так. Вот так я расширил. Вот. Давай, пятого убиваем. Можно я еще тут сфоткать? Вот. До привычки. В будущем. Через 10 лет мы сделаем с этой привычкой. Не, это же будет мой какой-то будет. Точку убийств. Что, уже закончились? Ну давайте один применим. Вау, мне 111. Я не против, конечно, применить. Потому что это квест. Давай. Так вот. Скрин. Есть. У вас недостаточно очков убийств. А чего? Можно узнать как-то. Ладно. Там, сколько у меня там осталось. Ну ладно. В принципе, для ролика зайдет контент. Вау. Так, я это сохраняю. Все, скрин сделал, отлично. 12 уровень. Отлично, всякий раз играю с боя, да, понятно. Давайте уже используем побольше, мы что-то побольше не так как-то боятся чего-то. Давай, раз. Тысяча 500. 15 раз.
15 раз. Так я ж мог вообще до 50 набрать. Отлично, бегу макс риск. Там только до сотки, там через 5 часов откроется еще. Эконом классно нужно убирать. Классно. Кстати, у нас войска умирают или увеличиваются? Мне очень интересно. Если будем часто ходить войска воевать, что будет? Произойдет. 276, 325. 276 тысячи, 325. Их меньше и меньше. Я понял. Девятый. Ну, он тоже слабак. Вот хорошо, что разработчик как сделать, чтобы хоть узнать, какой мой скилл. Могу дойти до 50 левела. Так, нам нужна хилка. О. Давай. Нужно войскам. Да, знаю. Сейчас нужно не тратить время, нужно сразу призывать. Когда я воюю, там будет там заниматься. Чем угодно. Давайте так, 30 минут ролик запишем. Я не буду выкладывать бокам. У нас есть другая тема, значит, найти отличия. Это самое любимое дело. Где угодно можно поставить отличие. Не, ну если постараться, где угодно. Есть такие места, где нельзя постараться. Поэтому я там не делал. О, 50, спасибо. Что вот, не понимаю. Награда за альфа-мутанта. Вот, друзья, награда за альфа-мутанта. Очень даже классно. Так, давай быстро, уже ночь. Ади вейпсы. Нас тоже, кстати, уже видите. Просто вы знаете, кто не знает, кто не... Не, ну я думал, все учили награду. Да, награду. Смотрите, значит, география. Значит, начнем с зимы. Не, давайте с самого. Ладно. Нет, давайте. Давай с лета сначала. Да, это. Лето. Значит, смотрите. Тоже не знаю, как это сказать. Скажи, как можешь. Ну, не значит, смотрите. Лето. В лето всегда дается время больше. Вот вечер. Это значит 6 часов. 6.00. Как-то не в курсе. В общем, в летом всегда идет день. Больше дня. Больше света. Зима больше ночи. Весна, зима стабильно. Весна, лето, осень. Весна, осень стабильно. То есть там день и ночь стабильно. Лето, значит, день стабильный, даже выше. Очень даже выше. Поэтому каникулы это, значит, хорошие проведенные день. Не думайте, что каникулы быстро прошли. Каникулы на летние каникулы. А то перепутаем сейчас. Я думаю, понятно, да? Зима, значит, там ночь всегда, но это не важно, не пугайтесь этого. Ну, продолжаем. Ископады, блин, давай что внутрь посмотрим. А там, кстати, что было, то ладно. Берем бананы, бесплатно, что получим. Кстати, не так долго сражается. А, услышу, все. Звук уведы. Потом мы заберем, все-таки они долго сражаются, уже 17 уровень, они так долго сражаются. Копис, да? Так, давай. Ускорять, где они будут, это будет вообще дико в монтаже звучать, и вам тоже будет передаваться дико. Лучше сейчас буду просто записывать, как геймплей. Что такое? Хо-хо-хоу! Ну это из-за того, что я не так уж долго играю в G-Waves. Я думаю, это можно, блин. Кстати, да, вот он. Пошел вам. Так, да, вижу. А, блин, уже нету, кстати. 17 уровень. 17 уровень. Сколько у нас? Давай. Макс риск, ты какой хочешь ролик сделать? Не понимаю. Макс риск, что ты переборзел? Согласен. Я что, 3 раза? Чуваки, они не так сильны. Разработчики, сорянчик, извините, пожалуйста. Ай. Длинная, знаете, как будто Монсуно. Да, реально Монсуно. Сила и ХП отнимает. Смотрели Монсуно? Это я давно помню и смотрел, очень классно. И там была такая битва. Монсуно, гей, там интро, Come on Japan, на английском, конечно. Очень классно было это все. Спасибо за опыт. Так, ничего, я тут пропустил. А, хотел показать вам. Обычно. Не, ну как там, получше.
получше и какой-то еще легендарный. Хотите еще Монсуна? Реально прикольно. Монсуна, как там зовут? Орк? Орк, типа того. Ну, в общем, герой. Я забыл, как мультик называется. В интернете на YouTube можно посмотреть ролик. Мультфильм. Мультик. Классно вообще. Монсуна. Сила. КП. Там, конечно, анимация очень классная. Как его зовут? Джерри Ди Суна. Вот как его зовут. Кто это, кстати, Джерри Ди Суна? Джерри Ди Суна. Да, так его зовут. Кто знает, я не помню даже. Ну, реально классно. Геймплей. Джерри Ди Суна, это вроде бы... Монсуна. И реально классная игра G-Waves, связана с Монсуном, связана с копией игры, первым мультфильмом. Да, еще Человек-паука добавьте. Мне не надо это как-то... Не, ну можно, в принципе. И, знаете, добавьте героя, и такого маленького, который будет запускать эти паутинки. Так, ну как там, сам новый персонаж вроде бы ты? Вы знаете, смотрели уже Винтер фильма аниме там, ну, так скажем, аниме мультики по игре Edge Waves. Они там показывали вам про нового персонажа, это доктор. Кто стреляет Монсуном? Очень классно. Мощно стреляли Монсун. Пересмотрите Монсуна. Не, стоит, конечно, посмотреть все Монсуна. И вы там... Не, ну, сойдет для вас. Там и будут, наверное, немножко уроки о мудрости. Мультики про мудрость. Так, их там не так уж много. Самый мультфильм по мудрости — это Наруто. По мне. Смотрели аниме Наруто? Наруто. Наруто такой себе. Так, видите, это нам ускорялка. Это очень хорошо. Железо? Это железо, вот это я знаю. А вот это железо, да. Да ладно. Так, давай докончим это все. Если уж начал. Я рассказываю истории. Если хочешь, что ты умеешь. А можно, кстати, второй запустить, кстати. Очень интересно. Я все это время мог запустить второго? Да, я мог! А, если я запускаю, то у меня что-то теряется. Вроде бы. А ну попробуем макс риск. Ворву здесь. 100 мест от. Да что это значит? Для нападения на взял мутантов альфа мутанов и ганто ПТК. Требуются очки действия. А у нас не так уж много. Это контент, а не экономика. Ну ладно, контент, значит, влаживаем. А потом уже будем делать монтаж. Монтаж будем делать, когда у нас будет, так скажем, через год, наверное. Не знаю даже про монтаж. Но это же не мой контент. Я хотел бы еще с собой сделать контент. Посмотреть, как он сделает мой контент с монтажом. Чтобы не было конкурентов. Чтобы не пугали меня. А то... Бывает, давай ютуберы русских, может быть даже и 5 ютуберов у нас сейчас клашили, вон там пару ютуберов русских, некоторые не ссорятся, слышишь, это мы не там. И, возможно, это могут даже идти немцам, могут идти немцам, могут вообще воевать, как-то что происходит, это просто война какая-то, как Edge Waves. Пожалуйста, какой ужас, вы не модерн, ну про что, я модератор. Да, я мандар ТРПК. Пожалуйста, дайте мне R4. Я буду работать все больше и больше. Трудно доверять мне. Да, доверять тебе трудно. Да, вырубай. Береги сына. Они что, бьют этим вот холодильником? Мне вспомнила игру под названием Дома. И его друзья, можешь поискать, то у него друзья Макс Риск, или просто поисках Макс Риск, там рекомендации и поиска найдешь. Там есть холодильник, но лучше, конечно, поискать по полному имени Том и его друзья Макс Риск. Так найдешь и смотришь, там холодильник, вот он, холодильник. А что такое холодильник?
Шоколад или земля? Или ферма земля? Я помню, играл еще ферму. Хотя расскажу историю. В 2012-2017 году я играл ферму. Мне очень нравится ферма. И поэтому я так уже говорю, что это ферма, я изи тут знаю. Также там мостик можно строить. В общем, это да, не для меня уже. Наукаемся, кстати, геймплей по данной игре. Ну, скажите, блин, ну как же там скучно, что там садишь, ну да, ну что, кормишь, да, молодец, кормишь. Но игра поиграл лучше. Да, знаете, как-то не заходит. Не, ну если монтаж так сделать, тогда, да, тогда по кайфу. А то вот G-Vapes, я думаю, не нужен этот данный, он чё летает? Этот, под названием Мервит. Он летает, очень классно. Ба, 27 уровень. Так, подождите, я же обещал, что до 50 дойду вообще. 30-минутный ролик. Жаль, что тут нет паузы, чтобы прям продолжить. Тут у меня просто ОБС. Вот только остановить запись и начать. Есть еще кнопочка пауза, но если там классный, нажал на нее, не работает. Она просто не работает. Даже не отключает запись. Не знаю, в чем дело. Не знаю. Короче, не знаю. Бам. Так, я считаю, пора помощь. Потому что явно он стал сильнее. Мы явно не найдем до 50-ки. Но мы половину дошли, кстати, вместе с вами. Это уже заслуживает лайкос. Кстати, до 30-ки. Так кто зайдет ко мне вообще? Только до 50-ки зайдет, скажу. Реально кто-то сделал, ну-ка проверю. Не, ну хоть половину сделал, молодец. Прав, давай не запускать. Да ладно, подкрепление. А, мультфильм. Мультик хотите? Вот. Да почему ты близко так? Ты тебя же уровня, чувак. Ладно. Плюс к силе. Класс. Да, да, я понял, что вы хотите сказать, но подпишите. Это тоже очень важно, если вы там про это вообще говорите. 6 минут тоже очень важно, нажимаете, значит, караван, не, вот эту штуку, мячик. Ага, вот я, скорость сбора железа, не, на что? Урон. Там же написано, или шлем просто взять. Стоп, там написано. Производство железа, урон, ревер. Остановление очков действия. Нет. Скорость строительства. Скорость пищи. Колчик недоступный. Скорость лечения, урон. Скорость лечения. Ну для начала игры сойдет. Вот, обмен. Давайте еще один шлем. А, это значит, что нельзя. 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 А производство пищи. Восстановление очков действий. Давайте. Бак сойдет. Чтоб по-быстрому набрать и воевать. 30-й новый мировой рекорд. Я хоть 25, помните, говорил. Ну а теперь 30-й. Вперед. Ну, письмо. Да ладно. Ё-моё, какой отряд. Какой ты, наверное. Не трогайте, пожалуйста, этих воинов, а то они просто будут стоять, ничего не делать. О, сколько-то я не знаю. 10-ка падает. Прям аналитика в YouTube-канал. Если у вас нет YouTube-канала, и вы хотите, то смотрите хоть тут вот. Там просто YouTube-канале очень сложно. Нужно хоть хотя бы как минимум один год что-то там освоить для начинающих. Там станете профи, но не экспертом. Но не экспертом. Блин, не уже битва. Быстрому 31 поход. Зачем поход делать? Мы уже построили поход. А, посмотри, какая у нас сила. Да ладно. Она внутрь.
Хань убивает, мы быстро мы получаем. Это все в одной игре, в сервере, в одном сервере мы сидим. Извини, железо употребляем. Мне кажется, прокачать его или что? Я как-то не помню это. Вот, обмен эффекта. Письмо. Да, потом посчитай письмо, ничего не знаю. Предметы, например. Ну, эти штуки у нас такое есть. Усиление, вроде мы там все усилили, что значит? Увеличить скорость сбора ресурсов, кроме урона. Ну, а что кроме урона? Ладно. Увеличить защиту войск на позиции сынов, они чувствуют себя уверенными. Если не так уж силы много, это потом когда будет будущем. Может что главное тратить? Ну, ну и что-то. Нужно время в очереди исследования. Ну, можно, кстати, да. Прям в ролике. Чтоб потом увеличить. Себе что-нибудь. Сразу бабах какой-то. Сразу выходит, сразу бабах какой-то. Круто. Давайте ускорим. Снизу время задержки исследования. Ну-ка, нет, нет. Все так написано, ускорим. Сокрай. Сокрай. Что не надо происходить сейчас? Сокращать. Слушайте, основные время либо очередь занимаем, потому что кому бы это не попадалось. Смешно. Нет, не вообще не смешно. Не смешно. Тихо, тихо, да, да, я понял, это эконом классно. Пару секунд как-то не вам. А, блин, сохранится. Ну а что делать? Это важно. Ладно, нарвок. Молодцы. О, исследование, что получаем. Класс. Давай. 50. Сейчас вот там несколько сапов будет. Сколько? 11 часов нормально. Вау. Какие красивые прививки были. Только получить войска. Ага. Это значит привил, как увеличить войска. О! Или прокачать войска. Знаете, это очень классно, смотрите. Эта обезьяна держит. Улучшение как-то что-то происходит. 300 гривен. Ну подождите, я же еще даже не выучился. Не закончил школу. Ну хоть школу, но потом уже не знаю, что делать. Какой-то вступать. У нас есть там выбор, конечно. Вот, двух и там дальше тоже. Выбор. Я могу выбрать что угодно. Ну, в интернете, да? И что-то еще напрямую. Потом узнаете. Вот он скажет, что что я выбрал. И что там лучше. Будет очень тяжело выбрать, как помню. Так, очень низко. А я что их подкреплю? Не, чего то врубаете, ну? Подкрепление. 133, 214. Мы убираем, убираем по 1000, нам 208 войска убирает. 123 войска. Я понял. А что если мы только один отряд отправим? Будет меньше урона. И будет меньше войск убивать? Тут что-то интересное. Кстати, да. Это нужно узнать. Если сами мы сегодня узнаем. Получаем. Ну, я думаю, видно 83 хп отнимает 134. По-разному. Так, вы убивайте его, убивайте. Блин, так долго что убивать? Как монстр, ну. Так, бананы, то что получаем. Вот вам. На этом потом уже нужно. Очень нужно прокачать. О! Так мы вообще до 5, да? Я только за что поиграть. А, так нужно их собирать, слушайте. Тут не так уж просто. Окей, разработчик, молодцы, что вы это сделали. Это очень поможет новичкам развиться. Я им тоже могу подсказать, что нужно это качать,
Так, мы теряем первый отряд, отправляем и смотрим, сколько хп им дамажут. Итак, половину. Итак, хп тут отнимают, как обычно? Нет, нормально отнимают. Они тут 800 даже не могут. А ну смотрим. Итак, уже 1000 урона видно, да? Разница большая. Но и нам 100 урона. То есть мы ему плюс 200 отнимаем. По 120. Тихо. А может ты пополам делаешь? Вроде нормально. Чем больше отряда отправляете, тем лучше. Даже если войска питаете. Нормально. И то обезьянно хватает. Скорелка. Да, брюшка очень классно. Стоп, там была другая приехала. О, как классно. 80-75 скидка. Сколько значит? Что это значит? Это вроде бы 1000 гривен. Ага, по рублям сколько? 2000 рублей, 2200 рублей, 1500 рублей. Это вроде войска, так это все вейкс, такая статистика. Вроде он стабильный. Это будет очень долго, друзья. Давайте так, я буду доиграю там до какого-то уровня, вам покажу. Так, сейчас 36, да? Сейчас уже 37. Да, сейчас 36 побеждаем, потом находим до хотя бы до 45, потом покажу. Всем удачи и пока, в следующем ролике увидимся, пока. Не переключайтесь.